Страшно. Здравствуйте, в эфире новости. Сегодняшние новости очень трагичные. Погиб мой брат Дэн от того, что очень много пил водки и других спиртных напитков. И поэтому в наших новостях мы говорим: не пейте водку, погибнете, и ваши братья, сестры, матери, отцы будут себя плохо чувствовать. Не делайте этого, не пейте. А друзья будут страдать, не пейте.